Надо пахать. Девочкам нужно больше пахать в любом случае, чем мальчикам. У мальчиков какая-то суперсила, мне кажется. Суперспособность пробиваться быстрее и по физухе, и по харизме. Больше проходят парни, чем девушки. Если смотреть на какие-то батлы, то из 16, допустим, человек, там всегда есть 13 или 14 парней и оставшиеся уже девочки. Соответственно, да, они более в приоритете. Мне кажется, нужно развиваться, как и, в принципе, любому человеку, просто искать себя, да, какую-то свою внутреннюю энергетику, которая тебя движет как раз в танце. И, соответственно, от того, что ты найдешь свой стиль, да, там будет в этом твое преимущество. Можно сказать то же самое и парню, и девочке. Девочке придется просто больше работать, но она может найти какую-то изюминку, которая будет отличать ее от мальчиков.